Владимир Панфилов. Дневник Тани Савичевой. Не спорьте, я прошу вас, Бога ради, так страшно, каждый звук своей душой чеканя. Никто нам не поведал о блокаде, как девочка, чье имя Савичева Таня. Великий город взят в кольцо врагами, не разорвать стальные путы окружения. Зима и голод, и тайком от мамы, она запишет в декабре. Не стало Жени, день дня страшнее, бомбежки, артострелы и слезы детские, что не бывает горше. Родные лишь каким-то чудом целы. Январь выводит Таня. Бабушки нет больше. Весна еще не отогрела город. И дотянуть живым немыслимо до лета. Все злее невыносимо жуткий голод. Вновь в марте запись Тани. Утром умер лекарь. Озноб пронзает, как не утепляйся. Жизнь держится в телах усохших еле-еле. Рукою слабой умер дядя Вася. Запишет Таня ночью в два в сыром апреле. Кошмарные короче стали ночи. Мартиролог еще одной строкой больше. Вновь в дневнике неровный детский почерк. Май. Запись. Днем сегодня умер дядя Леша. Нам не дано постичь весь ужас драм, где брали силы сердцем детским, чтобы биться. Через три дня не стала ее мама. Скупая запись. Мама умерла в 7:30. От записи последней стынут руки. Читаешь строки, избивается дыхание. Кровь вязнет в жилах от сердечной муки. Из дневника все умерли. Осталась одна Таня. Ей жить, да жить бы, учиться в школе. Но слишком тяжким было горе в испытании. Ушла из жизни от безумной боли. Нам завещаю помнить Савичева Таня.